Мира и покоя, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал... Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Скажи, что ты знаешь о некоем Талале. Это твоя работа — находить и убивать людей, Аль-Таир, а не моя. А твоя — помогать мне. Его смерть пойдет на пользу всей стране. А тебе она не пойдет на пользу? Это тебя не касается. Как раз твои действия меня касаются. Можешь не помогать. Я сам его найду. Постой. Я не могу допустить, чтобы ты шатался по городу, словно слепец. Я расскажу тебе, где искать. Я слушаю. Три места. На юге, на рынке, что разделяет еврейский и арабский районы. На севере, близ мечети. И на востоке, перед церковью Святой Анны, рядом с воротами Баб Ариха. Это все? Этого достаточно, чтобы начать поиски. И больше, чем ты заслужил. Подходите, мир подходите. Тебе, Аль-Таир. Непростые времена настали нынче, а? У меня куча неприятностей. Мне нужно было расследовать исчезновение людей в богатом квартале. Но приспешники Талала меня заметили, и теперь мои дела плохи. Ты сможешь убрать их с дороги. Взамен я кое-что тебе расскажу. Подходите, посмотрите на мои товары. Его нужно остановить, пока он не расшибся. Зачем он это делает? Эй, ты! Да, ты! Подходите, подходите! Доставайте кого-нибудь другого. Пожалуйста, господин, подай. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. Я к твоим услугам. Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все. Всюду вокруг нас смотрят, ждет, искушает нас. У меня много разных товаров, даже слишком много. Сильными, как Салах ад-Дин. И сражайтесь с врагом так, как можете. Что случилось? Почему он так пишет? Умоляю вас, господин, всего пару монет для больной голодной нищенки. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Что это с ним? Внимайте мне, граждане! Если вы устали от низкокачественных товаров... Ты смог устранить тех, кто заметил меня? Прекрасно. Вот что я узнал про Талала. Это известный работорговец. Он занимается своими темными делами в северной части города. Стражникам он платит дань, так что те на все смотрят сквозь пальцы. Но теперь я уверен, совсем скоро его постигнет незавидная участь. Спасибо тебе, Аль-Таир. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Убирайся вон, защитите или я тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Thank you.
Что? Что тебе нужно? Ах ты грязный разбойник! Когда они поймут, что насилие ничего... Мне нечего тебе сказать. Говорить со мной или со Всевышним? Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него, но не для тебя. Что? Что случилось? Если стражники ничего не делают, действовать должны мы. То, что ты предлагаешь, безумие. Это необходимо. Сколько еще человек должно пропасть, чтобы люди заметили? Нас это не касается. Пока. Но если это продолжится, может коснуться. И что ты предлагаешь? Я проследил за этим человеком. Узнал все, что нужно об его действиях. Все записано вот на этой карте. Он каждый день в одно и то же время осматривает пленников. Тогда я и нападу. Итак, у тебя есть клочок бумаги. Он не спасет тебя, когда тебя найдут. Не укроет от стрел и мечей. Если все получится, до такого не дойдет. И я готов пойти на такой риск. Пожелай мне удачи, друг. Удачи. Она нужна тебе. Альтаир, похоже, у меня появились враги. Аль-Муалим попросил меня проследить за работорговцем, но он заметил меня, и теперь я должен скрываться от его людей. Мне нужно выбраться из города. Помоги это сделать, и я расскажу тебе все, что я знаю. Гнусный и неверный! А! Кто-нибудь остановите это! Помогите! На помощь! Он только что убил человека! Не убей во мне зверя! Неверный, умри! Что? Это человек! Пусти меня! Ты не уйдешь, стража!
Тебе что-то нужно? Спасибо, брат. Возьми эту карту, на ней указаны места, где обычно прячется Талал. Пригодится, если этот трус решит бежать, а не сражаться. А зная его, я тебе скажу, что он так и сделает. Неужели это сам Альтаир? Сюда, какая вот честь для меня. Наверное, у тебя очень важное задание. Может, я смогу помочь? Из многочисленных сплетен мне известно многое, но я сам сплоховал. Мне нужно было доставить флаги Масиафа, но по дороге на меня напали бандиты. Ты отыщешь их. Мне нужно быть на месте, когда наставник вернется с базара. Так что ты должен быть быстр, как ветер. Внимайте мне, граждане, если вы устали от меня... Чего это он рванул так? Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся Он кого-нибудь с ног собьет. Он должен прекратить... Рублю голову! Почему не поверили? Ни минуты покоя, что за... Даже смотреть противно. Я хорошо знаю город, я найду тебя! Вот он, сюда, за ним! Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Я тебя поймаю! Навсегда не спрячешься. Великолепно. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, Альтаир. Вот что мне удалось подслушать в разговорах стражников у мечети Скалы. Они говорили о человеке по имени Талал. У него много преданных последователей, которые с радостью отдадут свои жизни за господина. Если Талалу будет грозить опасность, они обязательно кинутся защищать его и дадут время уйти. Это все, что мне известно. Надеюсь, что помог тебе. Подходите, подходите. Я к твоим услугам. Он трус. Если бы не деньги, я бы давно ушел. Ты или слепец, или глупец, или все вместе. Почему ты так говоришь? Ты не видел, что произошло? Нет, видел. На наш караван напали, и он сбежал, ничего не сделав. Нет, не сбежал. О чем ты говоришь? Ты помнишь, что случилось с двумя атаковавшими нас? Их убили наши лучники. Хвала Господу. Не лучники, а он один. Хочешь сказать, он спас нас? Да, он поднялся на возвышенность и застрелил врагов из лука. Я не знал.
Этот человек — мастер-лучник. Запомни это. Малик. Пришел тратить мое время? Я нашел Талала и готов приступить к заданию. Это решать мне. Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный! Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет, но придется смириться. Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай, что хочешь, но только тихо. Перемотка на более поздний участок памяти. Ну что, Альтаир, пришел признать поражение? Я отдыхаю. Это место что, похоже на райские кущи? Никакого отдыха, пока не выполнил задание. Продолжай работу. Захватит Яфу, его уже... Ну что, работорговец? Не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Пленив их, ты не сделал ничего хорошего. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Путешествию? Они стали бы рабами. Хо-хо-хо, ты ничего не знаешь. Ошибкой было приводить тебя сюда. Я думал, ты увидишь и поймешь. Я понял достаточно. Покажись. А, ты хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь. Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. Вот я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему все надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе, ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Это научит тебя не вмешиваться. Уберите его от меня! Со мной Аллах! Тебе не победить! Тебе не уйти! Хачбатна изин верми! Не понимаете, у меня... Ганча, брата, минни! Слава Аллаху! Чем я не уйти? Гебер, кабир! В сторону! Живо!
С дороги! Прочь! Дайте ему уйти! Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Не бегай! От меня не уйдешь! Разбегаемся! Они идут! Больше тебе некуда бежать. Расскажи, что ты задумал? Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим не единственный, у кого есть планы на Святую Землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Тогда мы боги давно оставили... Молись своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Дай им не выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет, ты наживался на войне, на поломанных жизнях. Да, ты так думаешь, закосневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет, пока нет. Но увидишь. Я тебя поймаю! Остановите это! Альтаир, я рад видеть, что ты вернулся к нам. Как прошло задание? Дело сделано. Талал мертв. Да, я знаю, знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утонченность? Хороший ассасин заботится о том, чтобы его работе узнали многие. Нет, хороший ассасин держит все под контролем. Мы можем спорить о деталях сколько угодно, Малик. Но факт в том, что я выполнил задание Аль-Муалима. Что ж, иди. Ступай к старику. Посмотрим, чью сторону он примет. Мы с тобой на одной стороне, Малик. Перемотка на более поздний участок памяти. Искушает нас. Будьте сильными. Сильными.